многократный чемпион России, мастер спорта Алексей Рогозин однажды сказал: у российской практической стрельбы пока женское лицо. Москвичка Мария Гущина стала чемпионкой мира в 16 лет. Стрелять эта уникальная спортсменка начала в 11. Легенда практической стрельбы. Мария Гущина специально прилетела в Екатеринбург, чтобы встретиться с нашей съемочной группой. Она поражает мишени и перезаряжает пистолет за секунду. Эту хрупкую девушку боятся и уважают даже стрелки со стажем. Мария Гущина – шестикратная чемпионка России, чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по практической стрельбе. В это сложно поверить, но ей всего 19 лет. Маша Гущина – это, конечно, бриллиант, уже можно сказать, ограненный в нашей российской стрелковой среде. То есть это действительно уникальный спортсмен. Она побеждает большинство мужчин вот в своем классе. То есть если кто-то из чемпионов у нее выигрывает, он всегда рад. В 2013 году о Марии Гущиной узнал весь мир. Девушка, первая в истории практической стрельбы, выиграла чемпионат Дальневосточной Азии в общем зачете. Стала лучшей среди мужчин. В это не могла поверить даже сама. После этого матча вообще был какой-то фурор. Меня завалили письмами на Фейсбуке. Просто не знаю, я не могла отвечать, я просто не успевала отвечать людям, потому что было очень много поздравлений. Таким успехом Мария во многом обязана своему отцу. Полковник ФСБ Михаил Гущин – один из первооткрывателей практической стрельбы для России. Маленькая Маша с детства ездила с ним на соревнования, а в 11 лет попросила научить ее стрелять. Ручки были слабенькие, в результате гильзы летели ей в лоб, и затвор не возвращался в исходное положение после выстрела. Приходилось досылать патрон в патронник еще раз. То есть ну, такие сложности. Она вытирала лоб и продолжала стрелять. Уже в 12 Маша поехала на свои первые соревнования на Кубок Федеральной службы охраны. Маленькая девочка состязалась наравне с лучшими стрелками правоохранительных органов. Задача была перед ней одна – просто не получить дисквалификацию, не разбить угол безопасности и так далее. Но она проявила характер, собралась, и вот это качество тоже ей очень свойственно – умение сконцентрироваться. В стрельбе это самое, ну, помимо стрелковых навыков, это, наверное, просто самое главное. Вот она сконцентрировалась и выиграла. Маша начала тренироваться с Алексеем Рогозиным и уже в 13 лет выиграла чемпионат России по практической стрельбе среди женщин. На следующий год первое место Мария Гущина уступила опытной спортсменке Мире Бариновой. Но после она уже никогда не отдавала титул чемпионки. После первого чемпионата мира я не знала, вот когда ты выигрываешь, думаешь, и что дальше? Вот тебе там 16 лет, все, дальше, вот куда дальше идти? Все, уже выиграно. Ну, просто вот надо себя настроить на верную волну. Поэтому сейчас, например, я не представляю, ни на что не променяю точно. Конечно, первое время было трудно. Близкие не поддерживали, друзья не понимали. Большинство говорили, что стрельба – это не женское дело. Стрельба, я считаю, тоже женский вид спорта. Сейчас женщин очень много, и я считаю, что это красиво, и то, что мы можем стрелять намного лучше мужчин. Поэтому я совершенно с этим мнением не согласна. И я надеюсь, что я рушу этот стереотип. Студентка Московского пединститута Мария Гущина еще занимается боксом. Не меньше 3 раз в неделю проводит в тире. За тренировку отстреливает порядка 300 патронов. Единственный минус, который видит в своем виде спорта, это испорченный маникюр. Маша подумывает организовать мастер-классы, освоить ружье и карабин и мечтает выиграть чемпионат мира в общем зачете среди мужчин. Ее отец уверен, что и эта задача хрупкой и красивой девушке вполне по плечу. Наша программа подошла к концу. Наши сюжеты доступны в специальном разделе на сайте телеканала «Малина». Достигайте цели вместе с нами. До встречи!